Начнем. Да пора бы уж. Помолчите пока. Вы вообще в курсе, где вы находитесь? В гробу. Тело в гробу. Душа в чистилище. Грязновато у вас. К нам, как видите, эта дрянь не липнет. Итак, начнем. Закончим. Я свой жизненный путь знаю. Так что, давай, не тяни время, оглашай приговор. Есть процедура. Ее еще никто не отменял. И времени здесь нет. Это понятие осталось в прошлом. А я не вижу смысла в этих посиделках. Давай, спускай котел, обливай смолой. Или как тут у вас? Наказание не есть цель. Наша задача вызвать в вас чувство раскаяния. Ты издеваешься? А если не получится? Тогда мы вас ликвидируем. Я уже холодный труп. Я имею в виду вас, а не вашу физическую оболочку. Душа бессмертна. А вот это уж нотки! Мы имеем все полномочия окончательно прервать ваш жизненный путь. Так что в ваших интересах пройти все испытания, наказания и вернуться в мир духом. Где-то я это уже слышал. Только формулировочка другая. Мы сегодня начнем или нет? Да я просто жажду начать. Когда подпишите протокол, он перед вами. Здесь пусто. Протокол появится позже, но подписать нужно сейчас. Ты издеваешься? Я подпишу, а ты потом всякую дрянь намурзякаешь. Ага, знаю, проходили. Повторяю, протокол появится позже, во время беседы. Если там будет хоть намек на клевету, можете смело порвать протокол, когда мы начнем сначала. Но подписать нужно сейчас. Таковы условия. Да иди ты со своими условиями. Итак, вы отказываетесь подписывать. У меня есть выбор. Так. Или подпись, или ликвидация. Этого мало? Ну что ты, в самый раз. Фигу тебе! Я выбираю ликвидацию. Могли бы обойтись и без художника. Что ж, прощайте. В следующий раз
Я не буду таким гуманным. Ну и шуточки у тебя, начальник. Подписывайте, подписывайте, у меня таких, как вы, еще два десятка. Доволен? Ваша подпись мало чем отвечает от ваших художников. Рука дрожала. Эта штучка вызывает у меня плохие ощущения. О, у вас впереди еще много этих ощущений. Ну что ж, первые 3 года вашей жизни мы отложим, потому что вы еще плохо понимали, где добро и зло. Думаешь, я понимал это позже? Да! Потому что уже в 4 года ты прекрасно знал, что мочиться в бабушкин фикус плохо! Этот фикус напоминал мне бабайку! А бабушке он напоминал дедушку, который за 20 лет до твоего дня рождения украл его из заводской столовой. Он искренне раскаялся за этим же столом. Вы и деда шлифовали? Не я, кабак. Я в это время занимался одним известным чиновником. Приговор, ликвидация. Они и здесь думают, что им все пойдет с рук. Я раскаиваюсь. В следующей жизни обещаю не справлять нужду фикуса. Я вам не верю. Если раскаяние будет искренним, вот эта папка загорится. Как тут у вас интересненько. Топоры, самовозгорающие досье. У вас не лучше. Что ж, продолжим. Стандартный набор детского садизма. Надувание жаб, обрывание крыльев бабочкам, заливание червей бактинной смолой. Продолжать? Не надо. Стыдно? Не очень. Ведь так дети познают. Чудесная отговорка, чтобы потрошить жаб. Только вот гений, который все это придумал, обречен на вечность. Компании зерноводных. И теперь его ежедневно подрожат жабы! Да, с фантазией у вас проблем нет. Вернемся к делу. Итак, пункт мой первый мат. Я плохо играю в шахматы. Перевел бы! Я про нецензурщину! Меня пугает. Нет. Не раскаяние.
честнее и искреннее. Эй, жезла, принеси топор. Итак, пункт мой первый мат. Вам 8 лет. Школа. Второй класс. Девочка в очках с массивной роговой оправой. Ее имя Юля. Фамилия Страйбер. Я же сказал нет! Ладно, ладно, начальник. Просто жутковато. Обдавать-то на кулак хочешь кастой сукой? Не жутковато? Да она молила Бога, чтобы из красивища превратиться в красавицу. А на пороге своего 17-летия, когда она призналась в любви своему парню, он бросил ей в лицо твою же фразу! Когда она разбилась и что-то вверх скрылась в себе вены, не жутковато!